За что вы задержаны? За то, что я размещал на сайте объявление о сдаче квартиры и обманывал людей, сдавал ложные квартиры. Как давно вы этим занимаетесь? С 2019 года. Вам кто-то помогает? Нет, я один. А где вы находились, когда размещали объявление? В своем городе, город Данков. А на какие суммы обманывали людей? От 2 до 3 тысяч рублей. Собираюсь возмещать ущерб? Да, собираюсь.